Моя жена Катя говорила на суде, что в 2020 году, когда начались массовые протесты против диктатуры Лукашенко, она внезапно превратилась в военного корреспондента. Потому что только с войной можно сравнить условия работы журналистов в сегодняшней Беларуси. Каждое утро, выходя из дома, она понимала, что может не вернуться. Силовики могут в нее выстрелить или без всяких оснований лишить свободы. Последнее в итоге и случилось. Власти отправили Екатерину и Дарью в колонию. Там их заставляют работать на фабрике практически без выходных и носить желтые бирки на одежде. Катя и Даша заплатили высокую цену за возможность донести до общества правдивую информацию. Но они убеждены, что все это было не зря. Они не сломлены и планируют вернуться в профессию. От имени Кати и Даши я хочу выразить жюри премии искреннюю благодарность за высокую оценку их работы и за поддержку свободной белорусской журналистики. Награда, которую получили Катя и Даша, помогает им почувствовать международную солидарность и еще сильнее мотивирует на то, чтобы, как говорит моя жена, с улыбкой переносить любые испытания. Живе свободное слово и живе Беларусь!